Здрасте. Ребят, всем привет. Мы выбрались в горы. Да, наконец-то. Конец месяца, октябрь, а погода радует. Погодкой, солнышком. Такая красивая. Ты тоже такой красивый. Готовы? Все, ребят, точка отправления у нас Ангарский перевал. Суббота, выходные дни, и посмотрите, сколько людей. И отсюда вот виднеется Четвердак из многих уголков Крыма. Собственно, видно эту гору. Идем в сторону Демирджи. Многие поприезжали сюда с собачками. Мурку мы свою оставили дома. Посмотрите, мы сейчас вышли на старую дорогу. Не такое раньше было движение, и такой вот ширины дороги, я думаю, было достаточно. Сейчас мы туда дальше пройдемся и дойдем до памятника, посвященным строителям этой дороги. Фух, запыхался. Сооружен в честь строителей первой шоссейной дороги, собственно, я вам ее показывал, из Симферополя через Ангарский перевал в Алушту, проложенный в 1824-1826 солдатами 2-х батальонов Козловского и Нешамбурского пехотных полков под руководством военного инженера подполковника Щепилова. Под руководством, друзья, этих людей строилось первая дорога в Крыму от Симферополя в Алушту. Сейчас идем на подъем. Все немножечко устали. Дети уже начинают падать. Здесь прямо уже выходим в густой буковый лес. Идем в сторону Козырька, где будет открываться вид на Демирджи. Здравствуйте. Встретили в лесу человека, обязательно с ним поздоровайтесь. Иду специально вперед, побыстрее, чтобы задавать темп, потому что если я буду идти медленно, где-то позади, то все будут идти тоже медленно. Так что мне нужно идти побыстрее. Видите, Богданчик уже догнал. Друзья, здесь несколько туристических троп. Вот, собственно, мы видим обозначение. Пока только две. Это красная и две белые полоски посередине. Голубая. Туристическая тропа, одна идет в сторону северной Демирджи. Тропа, которая идет на Демирджи, долину Привидения и поляна Ман. Ну, а там уже, наверное, еще какие-то будут тропки. Ждем, ждем. Запыхались, давно мы в горы не выходили, друзья. Да. Ребят, пришли вот к старому буку. Ну, я сюда залазить не буду, с рюкзаком, не хочется рюкзак снимать. Но вот такое вот дупло в этом очень-очень старом дереве. Как в сказке, да? Привал? Да, привал.
будем. Это будет наш привал. Слушай, ты самый младший, прям спортсмен. Пошел вперед всех, да еще и с пробежкой. Ребят, сейчас в воздухе ощущается аромат дыма, этих лесных дровишек. Уже там темно. Там видно, ты сейчас сделал привалчик и готовит себе ароматный лесной чай. Здравствуйте. Скажите, а до поляны Ман, здрасте, далеко? Да, нормально. Нормально? Дойдем? А что там идти? И источник, да, где-то там? Будете подниматься наверх, и в левой стороне будет родник. Ага, все. А то я помню... Но сейчас вниз, вверх, поворот, дорога уйдет на Лучистое, еще выше. Пойдет сосняк с двух сторон. У нас с двух сторон пойдет сосняк. Чуть выше будет родник налево. А дальше этот Кудрявая Марья, да, там. А потом выйдете на Демержи на плат, ну как считаете, площадку Демержи. А Мановские поляны они ниже. Короче, нам еще идти. Ну, да. Даже идти. Где-то полчаса. А, ну, успеем тогда. Нам еще. Тут уходите. Всего занимает полтора часа дорога. Ну, вот по натоптанной, да? Да-да-да. Вправо да, только не уходите. Спасибо. Ни вправо, ни влево, прямо. У меня есть контакт, как есть на докладчиках, Черепко Ирина. Черепко Ирина, да? А Черепко Ирина, кому интересно, друзья, заходите ВКонтакте, находите, там Ирина выкладывает замечательные фотографии крымской природы, видно собачек. Фух, а я побежал догонять Леньку. Смотрите, куда он убежал. Ленчик, подожди! Ребят, короче, дрон чуть-чуть ошибся, начал приземляться, я думал его посажу в ручном режиме, взял его и не туда посадил, он зацепился за ветки, надо как-то его оттуда снять. Второе наше крушение об ветви, пойду снимать, короче, вот он висит. Ох, какие здесь колючки, надо это все пройти, пролезть. Ребят, ну... В принципе, это, знаете, второй полет, такой полноценный, не судите меня строго. Нужно было тоже хоть раз потерпеть вот такое вот крушение. Вон он, дрон наверху. Ветви, конечно, здесь очень хлюпкие, дерево поросло мхом. Надо теперь как-то залезть наверх и снять дрон. Блин, ну такой вот экшен, это капец. Вон он наверху висит. Я пролазю сквозь ветки. А, не колючие. О, как там видно вам, нет? Вон он наверху. Как-то надо залезть наверх. Главное не навернуться. О, слушайте, а ветки ломаются. Слушай, они ломаются. Это капец. Дерево очень. А я до него и не доберусь. Так еще аккуратненько на веточку, да, он приземлился. Ребят, посмотрите, какой вид открывается. Классно.
Так, ну как его снять-то? Слушай, он запутался здесь винтами. Там не наедет на мой рюкзак. О, не наедет. Discovery Channel проехал. Так, ребят, ну вроде дрон не пострадал. Капец. Друзья, вроде дрон не пострадал, вроде цел. Круто, конечно. Блин, а это хорошо, ребят, что дрон сел на низкое дерево, да? Ну вот, собственно, вот такая вот здесь высота. А если бы он где-то приземлился вот там вот на елочке, было бы весело. Мне все равно пришлось бы туда лезть. Камнями-то его не сбивать. Так, ладно. Так, ну залезть-то я залез. А как теперь слазить отсюда? Да ладно, я как-то сейчас слезу. Слушай, ну тут и кущи прям. Может, найду я обход. Есть вот что-то. Не пролезть прям, да. Это вам она тропинка, а у меня тут малинка прям. Да ладно, я уже донесу его. Аккуратно, камеру только не подцепи. Давай, Ленчик, помоги мне, Ленчик. Помоги, выведи. Ага, ага, ага. Все, спасибо, дай пять. Дай пять, Богдан. Спасибо. Дай пять, Алька. Морально помогло. Ну что, ребят, мы уже дошли до соснового леса. Это искусственное насаждение. Ну, собственно, оно видно, что искусственное, потому что, видите, лес именно высажен в ряд. Аромат хвои. Прям такой запах. Запах, знаете, когда дома ставят елку на Новый год. И такого запах Нового года. Ты, кстати, уже когда-то говорил. А, мне как-то Аленка дала... смолу сосновую я попробовал и говорю, ощущаю запах во рту, вкус Нового года, детский сад. Слушайте, все сзади идут уже, матюкаются на меня, может, давай уже привал, уже вечер. Я говорю, нет, надо идти, уже чуть-чуть осталось, вот рукой подать, надо идти. Фух. Но реально, мы сейчас идем на подъем. На самом деле, назад идти намного легче и намного поприятнее. Практически вы бежите. А вот уже прямо наверх. Тут уже, конечно. Но зато здесь открывается обалденный вид на Димерджи.
дышать. Такая тишина прям. Как медитация. Слушайте, прям хочется повесить где-то гамак, создать полнейшую тишину и наслаждаться этой тишиной. Слушать только звук птичек, звук колышущихся деревьев, шорохи букашек, падающей листвы. Помимо воды, я еще пью пепси. Пепси. Она заряжает энергией, конечно. Прямо. Я что так быстро хожу? Потому что я пепси пью. Это реклама. Реклама пепси-кола. Ребят, дошли мы до места привала. Позади меня открываются замечательные виды. Развели кострище. Очень большой и жаркий. Да, поискали вот такие сухие веточки. Дети нашли себе вот развлечения. Старшие помогают добыче дров. Младшие играют в машинки.
Друзья, уже садится солнышко. Мы насладились природой. Вы посмотрели тоже, думаю, насладились. Единственный минус, что вы не ощутили эти запахи леса, запахи хвойного леса, запахи лиственного леса, запах костра, такой, знаете, легкий аромат дымка такого прям. Фух, прошли, получили удовольствие от пешего похода, посмотрели на эти замечательные виды, ребят, полетали наконец-то с вами. Давно я ждал этого момента, еще думаю, знаете, на стройке тоже думаю, блин, надо полетать, ну, лежит дрон, нужно куда-то выехать, полетать. Все, время пришло, мы выехали, прям говорю, Аленушка, поехали. Суббота, как, ну, надо ехать. Поехали, куда едем? Давай куда-нибудь на Ангарский перевал, а там решим, либо в сторону Четырдага пойдем, либо в сторону... Ну, в сторону Демиржины, как бы Демиржи еще далековато, но до места привала, как бы, прошлись, мы полетали и нашли открытое место, где можно было полетать. Вы насладились этими красотами, мы насладились этими красотами. Видео, думаю, получилось удачным. Прям, ну, я довольный, друзья. Кто не подписан на наше видео, подписывайтесь на канал «По Крыму с позитивом». С вами был Ваня Белоконь, Аленушка, наши детки. Короче, до встречи, друзья. Всем пока.